Итак, друзья, опять история такова. Вдруг вы забыли пароль разблокировки вашего iPhone, это экранного пароля. Или же вы забыли пароль от Apple ID. Или же вы купили телефон, где заблокированы у нас Apple ID или iCloud, как хотите, так и понимаете. Есть отличное решение от компании PassFab. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, я вам хочу порекомендовать очень классное ПО, которое действует у нас для Windows и для macOS. Все с техническими характеристиками, данными iOS, которое поддерживается, и устройство. Вы сейчас ознакомитесь. Так, что нам предлагает компания PassFab Unlocker iPhone? PassFab для Excel. Мгновенное извлечение пароля разблокировки книги электронной таблицы Excel. PassFab for WinKey. Это комплексное решение для сброса потерянного пароля администратора Windows. PassFab для RAR – это эффективный способ разблокировки зашифрованных архивов RAR. iPhone Backup Unlocker – это быстрое восстановление пароля резервной копии iPhone 11 и удаление код-пароля функции «Экранное время». То есть широко известная благодаря использованию передовых технологий. За нашими плечами более 10 лет технологии опыта использования в наших продуктах технологий мирового класса обеспечивает вам удобное использование. Какой же он имеет функционал? Это 7 эффективных функций для управления паролями iOS. Это определение пароля сети Wi-Fi, просмотр пароля учетной записи почты, вывод данных кредитной карты, экспорт пароля в форме CSV, обнаружение пароля сайтов и приложений, отображение информации и пароля учетной записи Apple ID, восстановление пароля «Экранное время». И технические характеристики, какой здесь поддерживается у нас Windows, какие iPhone, система Mac, iPad, система iOS и iPadOS. При открытии ПО у нас есть три вариации: удаление Apple ID, удаление экрана блокировки и удаление iCloud на другом устройстве. Итак, друзья, поехали с первого пункта: удаление Apple ID. Подключаем наше устройство, нажимаем старт, и здесь по пунктам все точно как написано. Нам нужно проделать на устройстве, чтобы у нас пошел процесс сброса настроек, скачивание новой версии iOS, и у нас уже накатится новая прошивочка, с которой мы можем уже в дальнейшем работать и активировать устройство. Сейчас мы сбросим пароль экрана блокировки, то есть нажимаем Unlock Screen Password, подключаем устройство, жмем старт, определяется наше устройство, наша версия iOS, выбираем прошивочку, идут у нас предупреждения, что скачается прошивка, у нас настроечки пойдут к нулю, и как бы на этом в принципе все и заканчивается. Последний подпункт, самый интересный, это удаление iCloud блокировки. То есть подключаем точно так же устройство, жмем старт, и у нас идет сброс iCloud блокировки. И в принципе процесс довольно-таки быстрый, как и в предыдущих процедурах, у нас будет на чистый телефон. Так, подводим итоги. Извлечение пароля Excel. Комплексное решение для сброса потерянного пароля администратора Windows. Лучший способ разблокировки зашифрованного архива RAR. Быстрое восстановление пароля резервной копии, удаление пароля экрана блокировки, удаление Apple ID, удаление iCloud данных. Использование уникального современного алгоритма позволяет восстановить пароль легче обычного. После восстановления сброса или удаления пароля наши данные останутся невредимы. Гибкое восстановление позволяет одновременно восстановить пароль на нескольких компьютерах. Аппаратное ускорение, поддержка технологии GPU ускорения и разгон процессора, что в итоге сокращает время восстановления. Почему именно PassFab? Профессиональное обслуживание, лучший результат, лучшее решение. Об этом всем говорит, что больше чем 980 тысяч установленных программ, больше чем в 200 стран и регионов, 100% безопасность и 30 дней возможность вернуть ваши деньги. Вот и все, друзья. Наш обзор подошел к концу, ничего сложного нет, все буквально в несколько кликов, и вы можете порешать все свои вопросы. Поэтому PassFab действительно без нее никуда. Очень полезное ПО. К скачиванию советую всем. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте ваши пальцы вверх. Скоро увидимся!